Всем привет! Мы снова в отделе посуды. Здесь появилось много нового. Давайте посмотрим. Очень красивая тарелка. Ярко-синяя роза. Резной край. Тарелка глубокая, 23,5 сантиметра. Фирма Kitchen. Цена 99 рублей Китай. Мне очень понравилась тарелка суповая. Диаметр 20 сантиметров. Известной фирмы. Цена 99 рублей. Состав стекло упрочненное. Вот такой еще расцветки. Понравилось вот такое оригинальное блюдо. Цена 99 рублей. Посмотрите, какая необычная форма у тарелки. Посмотрите на эту оригинальную тарелку. Необычная форма. Цена 99 рублей. В магазине появилось много товаров из Китая. Фирма Kitchen. Конфетница с крышкой 19 на 14 сантиметров. Вот так она выглядит. Стекло, резной край. Очень удобно держать крышку. Удобная, емкая. Три ножки. Но очень устойчиво стоит. Цена 99 рублей. Производитель Китай. Салатник овальный 27 на 22 сантиметра. Стекло. Производитель Иран. Очень оригинальный. Край очень красиво вырезан. Тяжелый, но очень красиво смотрится на столе. Оригинальная тарелочка. Стекло. 6 штук в наборе стоит 99 рублей. Минажница. Стекло. Китай. Три отделения. Тяжелая. Но симпатичная. Новинка стопка Монако. В наборе 6 штук. На 50 мл одна стопка. Цена набора 51 рубль. Посуда из натрия кальция силикатного стекла. Блюдо конья. Размер 22 на 15 сантиметров. В набор входит 2 штуки. Производство Россия. Этажерка двухъярусная. Этой же фирмы. Нижняя чаша диаметром 22,5 сантиметра, верхняя 20 сантиметров. Вот посмотрите, как выглядит нижняя чаша, которая диаметром 22,5 сантиметра. Интересный рисунок, фигурно вырезанный край, удобная, симпатичная. Цена 199 рублей. Щетка-скребок для автомобиля с выдвижной ручкой. Вот я ее уже выдвинула, довольно длинная. И также легко будет закрываться обратно до полного щелчка. Цена 199 рублей. Производитель Россия. Обнаружила еще вот такую оригинальную щетку-скребок в виде варежки. Скребок для очистки стекол автомобиля от снега, льда. Цена 77 рублей. Одевается оригинально на руку. Защищаем руку от снега и льда. И начинаем очищать стекло автомобиля. Есть чехол черного и красного цвета. Лента мирная, 15 метров, цена 77 рублей. Легко вынимается. Чтобы вернуть обратно в диск, надо повернуть средний диск в обратном направлении. Появились весы кухонные механические. Максимальная нагрузка килограмм, цена деления 20 граммов, объем чаши 500 миллилитров. Цена 99 рублей. Такие весы очень удобны для взвешивания небольших объемов. Блюдо петиссори, диаметр 280 миллиметров. Сделано в России. Прозрачное стекло. Интересный бортик. 99 рублей. Красиво здесь будет смотреться тортик. Набор эластичных крышек. Две штуки. Диаметр 6,5-9,5 сантиметров. Цена 77 рублей. Отзывы о них неплохие. Легко одеваются и снимаются. И прочно удерживают содержимое в банке. Очень мне понравилась овощечистка со щеткой. Диаметр 20,5 сантиметра. Цена 55 рублей. Можно сначала помыть под краном щеточкой. И потом уже очищать. Расцветки разные. Поднос овальный 40 на 26 сантиметров. Состав полипропилен. Цена 55 рублей.
Поднос круглый, диаметр 32 сантиметра, состав полипропилен. Тай. Поднос довольно глубокий, приятный рисунок, нежно-кофейного цвета. Цена 55 рублей. Есть еще подносы другой формы, другой расцветки. 40 на 26 сантиметров. Цена 77 рублей. Наколенники. Цена 99 рублей. Легко крепится на ноге с помощью легко регулируемых застежек. Самая необходимая вещь для подвижных детей. Состав наколенника ЭВА, производитель Китай. Перчатки обливные. Я знаю, что некоторые мужчины хвалят такие перчатки. Очень удобные в работе и не так быстро изнашиваются. Перчатки обливные, цена 51 рубль. Размеры и расцветки разные. Ледоступы для обуви. Цена 199 рублей, две штуки. Незаменимый помощник для безопасного передвижения во время гололеда. Легко и просто надевается на любую обувь, прочно держится на ноге. Незаменимый помощник для безопасного передвижения во время гололеда. Очень понравился мужу набор пинцетов. 4 штуки. Цена 51 рубль. Производитель Китай. В магазин поступили фонари светодиодные. Батарейки в комплект не входят. Удобен в использовании благодаря магнитному держателю и крючку на корпусе. Изготовлено в Китае. Цена 99 рублей. Предполагаю, что этот фонарь очень удобен. Мне понравились светильники. Светильник-ночник. Посмотрите, разнообразные расцветки. Рисунки разные. Светильник-ночник. 220 вольт. 7 ватт. Производитель Китай. Цена 51 рубль. Многофункциональная ручка стилус с фонариком. Стилус для сенсорных экранов. Подставка для телефона. Фонарик. Очистка экрана. Батарейки входят в комплект. Цена 51 рубль. Автомобильный коврик. Влаговпитывающий. Размер 50 на 38 сантиметров. Производитель Москва. Цена 51 рубль. Многоразовый. Детская игра пинбол с лабиринтом внутри. Набери максимальное количество очков. Цена 77 рублей. Производитель Китая. Оригинальный игровой набор «Рыбалка». Поймай меня с очком. Купание вашего ребенка в ванной станет веселым и интересным. Почувствуй себя настоящим рыбаком. Цена 99 рублей. В продаже появились сковорода-гриль, диаметр 24 сантиметра, цена 199 рублей. Состав углеродистая сталь, бекелит, Китайская республика. Я обратила внимание на оригинальные штампы для печенья, 9,5 на 7,5 сантиметра. Штампы разные, деревянная ручка, печать из силикона, Китай, цена 51 рубль. Вот такая еще печать. Форма для салата. Цена 55 рублей. Отлично подходит для красивой формовки и готовой подачи на стол. Это же фирмы набор форм для кексов суфле. 4 штуки. Цена 99 рублей. Вот так они выглядят. Состав силикон. На коробке предложен рецепт лимонного мусса. Очень приятно. А также рецепт пасхальные творожные кексики. Кофта женская, размер 48, состав 70% хлопок, 30% полиэстер. Производитель Кыргызстан. Мягкая, приятная на ощупь. Есть такие же розового цвета. Нашла на полочках голубого цвета, 44 размера. Леггинсы для девочек, состав 67% хлопок, 25% полиэстер, 8% лайкра. Кыргызстан, размер 32, на рост 116 сантиметров. Цена 99 рублей. Теплая ткань, ворсистая, как раз сейчас на зиму. Мягкие, сшиты аккуратно. Водолазка детская, состав 92% хлопок, 8% лайкра. Производитель Кыргызстан. Жилет детский, теплый, состав 70% хлопок, 30% полиэстер. Производитель Кыргызстан. Кофта детская. Состав 70% хлопок, 27% полиэстер, 3% лайкра. Цена 99 рублей.
ткань с небольшим ворсом, теплая, мягкая, сшита аккуратно. Есть разные цвета: зеленый, коричневый, сиреневый. Сумка черная на длинном ремне. Цена 199 рублей. Состав полиэстер на кнопках. Длинная ручка, удобно носить на плече. Подкладка тонкая. Внутри нет никаких отделений. Такая, так сумка неплохая, легкая. На один сезон пригодится. Из такого же состава рюкзак. Есть замочек коричневого цвета. Внутри рюкзака есть одно отделение. Цена 199 рублей.